я не то, что разучился играть, я разучился жить. Жить разучился? Живи, Ванечка, никогда не пойдем. Я тоже не помню, я не помню, как бегать. Тип, пишет, ну почему ты начал, когда мне в школе сидеть надо? Хорошо, что тебе хоть в школе сидеть, блядь, а не на других местах. У меня сосед, он 15 лет в тюрьме сидит, вы туда радуетесь, блядь. А вы про школу говорите. А игра за... А тебе кто-нибудь знает? Агапул, спасибо большое за саб Веронику. Меня тебя поздравили с 8 марта, Вань? Меня никто не поздравил, ты копейки не съели. Не донатят на... А где игра звука? Звука игры? Я не знаю. Пацаны, сейчас так ворвемся, мама! Ой, господи, зачем мы идем? Я не люблю эту игру. Ух ты! А карты хоть когда-нибудь меняют? Бля! Я тебе рассказываю, мы 2 года назад играли на этой карте. Вы только костюмы вводите, запоминай карту рублей, спасибо. Раз в жизни. Доброго. Пожалуйста. Танечку с праздником. Спасибо, Пончик, спасибо. Пусть его розы цветет. Танечка, ты тоже праздником поздравляю. Пацаны, дай бог здоровья, это мой праздничек. Да-да-да. Ребят, кто сейчас 8 марта и учится в школе, присоедините, потому что в школе сидит. Ебаните 2+. За учителя физрука, физкультуры. Не, ребят, я больше не буду смотреть аниме на стриме ближайшие несколько месяцев точно. Почему? А что? Потому что куски ублюдков проспойлерили мне вчера Атаку Титанов. Потом самое, что интересно, знаешь, что произошло? О, все, все. Алексей! Алексей сидел за... Поверни! Пока. Так, ладно. Ладно, это же всего-навсего первый раз. Успокойся. Спасибо, Губу, спасибо. Я вам рассказываю. Мне проспойлерили вчера Атаку, я такой, Лёхе говорю после стрима, чё ты такой, я говорю, ебал этих анимешников, больше идите нахуй. Я говорю, мне Атаку проспойлерили, я просто не стал читать и вам портить настроение. Загдор, спасибо тебе, дорогой, спасибо за 500 рублей. Не стал вам портить настроение, чтобы зачитывать этот спойлер, потому что я понимаю, что многие сейчас смотрят и мангу не читают. Так вот, готовы? Да. Алексей говорит, да там по-любому хуйня, мне вообще спойлерили, мне похуй. Говорит, спойлер. Я ему спойлернул этот спойлер, он кричит, нахуй ты это сделал. Он вообще расстроился, пиздец, прям, блядь, паник, вообще ебанёсся. В итоге, готовы? Готовы? Да. В итоге, Стоун вчера пришел ночью, кричит. Я ему говорю, блядь, мне эти твари проспойлерили мне этот, Атаку. Он говорит, да мне похуй, говорит, что они сказали. Я ему говорю, он тоже, ебать, расстроился, пизда. Я не знал, что это... Да ёб твою мать, я заебался падать в огонь. А ты уже прошел, да? Да. А ты вот, чисто честно, положа руку на свое толстое сердце, скажи, ты играл? Нет, конечно, блядь. Не бреши, я знаю, ты играл во время, когда в Варкрафте играл в эту игру. А чё не могу, блядь? У меня нет компании. А почему музыки нет, ёб твою мать, подожди. Блядь, ебать, господи, как же хуёво все идет, пиздец. Подожди. Я не знаю, у меня просто нет музыки в этой игре, блядь. Да? А у меня есть? А у тебя есть музыка или нет? Да, есть. Конечно, и нет. Тоже нету? Не, я выключил. У меня чисто слышно. Ку-ку, блядь, ку-ку. Поэтому, пацаны, я вам рассказываю. А потом Алексей Майами пошел, прочитал всю мангу и говорит, там еще хуже спойлеры есть и готов мне их проебать. И он мне сегодня и он сказал, что если вы сегодня не закинете 1020, он проспылит всему чату всю Атаку нахуй. Да-да, он сказал 20 тысяч долларов. Да, это, кстати, Леха сказал. Ёб твою мать, ну мне пизда тебя, понял прям конкретно. А ты не прошел? Ну я же, ты же знаешь меня, что если я не поиграл в эту игру один раз в день, в неделю, то я уже не могу ни одну платформу. А ты где? Я просто не вижу тебя, блядь. Иду. Это голубь летит! А вон ты, блядь, сейчас. Я на желтой платформе, голубок. Пошел. Блядь, я долго буду летать? Вот ты, вижу. Пошел! Эй! А я думал, я проиграл. Нормально, Танечка, мы еще можем. Танечка, мы еще моем! Я там пеликан ебаный. Моем, нормально. Так, у меня герой дня Загдорн, сейчас я сделаю человечка герой дня. Ох, а почему песни? Я тебе рассказываю, у меня почему-то песни нету, хотя я поставил звук. Да, звук поставил, ну ничего страшного. Смотри, звук поставил на всю, и соседи не спят. Что там, как там поется дальше? Я нюхал пи... Как мне UFC? За Петра жалко, Петра жалко. Петра Яна, очень жалко. Очень хороший парень, блядь. Ну, коленочка, я, блядь, прям, ну, пиздец, жалко его. Да? Ну, да. Пошла. Да, смотри, давай так. А я возьму топ-1. Братишка, если ты возьмешь топ-1, то я Ивана Безебоши 3 часа буду играть. Ты знаешь прекрасно, что я не возьму топ-1. Поэтому ты такой раскидываешься тут такими словечками-то.
Так, ну ладно, не, ну я-то уверен, что я, как говорится, может быть, когда-то, ну это не точно. Не, братишка, ты тогда в свои годы, блядь, не сумел. В лучшие годы, между прочим. Ребят, всем хорошего настроения, пацаны, сейчас никогда не пойдем. Ванечка, сейчас... Танечка, с праздника, когда Вов? Привет. Кстати, когда, Тань, Вов? Ванечка Вов, и Танечка, с праздника. Вов, Майами спросите, они же когда будут там 4200, пошел. А как брать? Я уже не помню. Контр, shift. Я, кстати, клянусь, не помню, как брать. Я чисто вспомнил, я не знаю, чисто на рефлекс. Бля, Тань, ну ты молодец, кстати, я не помнил. О, золотое яичко, Танечка, храни яйцо. Я не могу подтянуться. О, могу. Танечка, это храни где? Яйцо с молоду, а жопу с кряду, или как там говорится. Да иди, отстань. Я ворую яйца. Ай, Ванечка, тупо яичный вор. Пацаны, у кого яйца воруют, плясаните два раза. Меня молоток убил, у меня яйцо выпало. Я у этих, у желтых яйца ворую. Танечка, воруй желтых, потому что я у синих. Синий туман. Чё? Похож на обман. Похож на обман. Синий туман. Синий туман. А чё у нас яйца воруют так желтые? Танечка, тут он... желтые тюльпаны. Как вестники разлуки. Это не... Это розовые розы поются. А, да похую, она тоже... Шалом, пацаны. Пацаны, кто Светка? Плюсаните, кто еще из Соколова. Она тюльпаны любила. Да? Да, блядь. Я у синих ворую, блядь. У Танечка, синих тут пизда, нах... блядь. Яйца у синих, понял, короче? Они все. Танечка, у желтых вообще нет яиц! Это, кстати, да. Это подтверждаю. А я не могу выпрыгнуть с яйцом, блядь. Танечка, у меня одной... На нахуй, ебать. Господи, а сколько секунд осталось? А, да, у желтых одно яйцо. Да нет, там забей! Танк одно про отца! Все, пати! Отстань! Ты понял, что 20 не могу яйцо вытянуть. Пацаны, Вань. Никогда не пойдем. Свое яйцо не могу вытянуть, Вань. Ну все, все, тут давайте, никогда не пойдем. Танечка, мы выиграем, кстати. Ну мы выиграем, ну тогда и я за чемпионс, моя хрен! Сейчас запустим. Смотри, у меня есть чуечка, что я за этот час. Возьму топ-1. Вот чуечка, вот есть где-то. Братишка, там... если ты, я же тебе сказал, я готов, если ты возьмешь топ-1. 3 часа без эпоши. Я тебе клянусь, я готов ради того, что ты возьмешь топ-1. Надо постараться, надо. Я реально вам говорю, если он возьмет топ-1, он никогда не брал топ-1. Он почти брал топ-1. Да, если он топ-1 возьмет, я 3 часа больше буду играть. Ух, что? Подкрутите админы по-братски, подкрутите, пожалуйста. Старайтесь не сломать лед и не вывалиться. Что? Что? Подожди, это новая карта. А, там пушка сейчас будет херачить. Чего, бля? А как по ней сломать лед? Ну, типа, знаешь, между нами тает лед. Пошла. А что надо делать, блядь? На, нахуй! А ты упал? Не. А, тут надо выжить, уклоняться, и все. От шарика вот этих розовых. Типа, меня переехала шамаши. Все. Мама! Погодь. Ля, как они! Все, пока. Выходим, Тань. Ебаная, блядь. А за что вы это, цена, мне сделали сейчас? Я не знал, что это за карта вообще новая. Братишка, ну... Ну я чуть-чуть до топ-1 дотянул, там да? Чуть-чуть осталось. Кубок, да. Нам корону дали, Тань. Это Ванечка, когда... Я откажусь от этого подарка, спасибо. Так... А ты видел 4-й левел сразу? А чё накапало так жестко? Ну потому что, не, первые левела мы как профессионалы, Тань. А, ты, наверное, за прошлые заслуги, да? Я не пойму, почему нет композиции. Подожди, может какой-то... У тебя есть аудио? У меня есть музыка. У меня, у меня нету. Включить аудио стандарт. Наушники. Пацаны, надо выиграть, чтобы Ваня без эбоша играл. Ты шо? Господи, как она будет гореть, эта маленькая такая... Все. Поехали. Давай. Ну, мне кажется, топ-1 надо взять. Давай так. Если я выиграю, ты играешь 3 часа без работы. Так, а если ты, я выиграю? Ты играешь час. Да иди нахуй, ебать. В смысле, нормально. Давай нормально общаться. Час всего-навсего. Я тебе... Че ты такой? Я не понимаю. Час один. Давай. Почему я страдать должен все время? Иди нахуй.
Один. У меня и так на этой неделе хоррор. Это, конечно, будет контент. Там такой, я представляю, как ты будешь пухаться, блядь, это будет везде, блядь. Я тупо буду так смеяться. Суету наводить будем. Суету. Я чисто буду смеяться. Какой хоррор? Как он называется? Да визаж он называется, ребятишки. Там визаж. Атмосферная такая игра. Там... Я видел там такой спойлер. Я прям маленький китяк вывалил. Спойлер? Какой спойлер? Ну, спойлер, не спойлер, скример, понял? Там вообще было, ну вообще. Пропа город танцев. Ух, ебать. А как я эту игру играю? Я забыл. А что здесь за раунд? Да, блин? Тут надо по трубам пробежать. Да? Пошла. По трубам. Тип пишет, а где аниме? Я аниме хотел. Все, пацаны. Как говорил мне вчера один парень, вот на нахуй, ебать. Пока я упал. Сразу. Как говорил мне вчера один парень, ага. Запомните, ребятишки, нет онлайна, идите нахуй. Это вчера мне тот сосед сказал. Нахуй смотреть аниме, когда нет онлайна, все. Это так, открой, открой калитку, Микола. Микола. Николай. Поэтому, ребятишки, извините, конечно. Пошла, мастифа. Танечка, меня шибают школьники, ёбаные. А, я прохожу. Вставай, голубь. Кто этот парень? Это же я. Танечка, давай так. Когда заходишь, ты должен будешь сделать так-то. Понял? Что? Когда ты доходишь, ты с тобой играешь? Вот, ты с тобой играешь? Конечно. И вот так, в конце, когда доходишь, вот так, обязательно... Значит, я очень громко поставил, блядь, пиздец. Вот так должен быть. И серьезно, это работает! Это работает! Пошла. Привет, кукушка. Ваня. Привет, Ваня, только после твоего интервью узнал, что Вольск это Россия. Сука, я 3 года думал, что ты украинец. А GTA будет сегодня? Сука, а я 3 года думал, что ты украинец. Точка, как ты будешь сегодня? Смотри, кукушка, сколько осталось еще стримить Ивану? Шо? Чё так мало? А пона... Шо? Полгода? А чё? Три месяца, прикинь, кукушка говорит, я стримить, Вань. GTA сегодня будет, чуть попозже, ребята. Пошла. Кукушка, а сколько... А чё такое, блядь? Шо, новый раунд? Бля, собака, это я, глянь. Надо потише сделать. Пошёл. Так. Новый раунд, Ваня! Сейчас точно проиграем, я не знаю, что делать. Господи, ой, ворвусь! А опять эти пушки, которые обстреливают, да? Блядь. Братишка, я в эти раунды даже не играл. Я играл? Я бы тебе больше сказал, я бы сейчас не играл. Короче, пацан, терпите, пока громкий звук. Я не знаю, блядь, придется выйти. Ладно. А, я это... Это ты убил. На нахуй шибло с ног! Блять, Тань, я сам по себе бегу. Бегу на концерт Фейса, бегу на Фейса, бегу, смотри с пацанами. Кого? На концерт Фейса. Бежишь, да? Бегу, да. Вот это, между нами улочки там. Улочки с Паксковским, Шпасские, Петровские. По-сукукотски кто? На нахуй, ебать. Вот эти... Вот эти перчатки, как будто я в бокс обратно вернулся, больно. Я в трещину упал, мама. Погодь, надо подождать, пока светит шарик. Пошла. Пожалуйста, мать. Так. Я тебе рассказываю. Я не могу пройти, Тань. Почему так сложно, сука? Пожалуйста, помоги пройти. А, тут вентилятор дует. Пошла, родимая! Раз, два, три. Садисант! Танечка, а что здесь делать? В, Д, В! Нихуя, блядь, 4-й раз упал! Ладно. Танечка! Засала! Мама! Засала! Засала! Не. Я проебал.
Хочешь, я сейчас шотну нахуй? Что монитор? За ебанутый раунд? Хочешь, я монитор сейчас? Этот, ты, он сложный? Стоит дороже твоей... что? Нихуя ты, представляешь? Даже клик засало не сработал. Засало, Ваня. Что-то раунды эти, я что-то как-то хуёво сыграл, братик. Да, это ты хуёво? Даже я проиграл. Я проиграл. Братишка, вот именно, даже я проиграл, а ты-то всегда проигрывал. Братишка, запомни. Ты иди в жопу, пошла. Охуенная схема, ребята. Не стримим месяц-два аниме, возвращаемся с магической битвы, рвем онлайн. Хотя ебал анимешников и не понять, что они хотят. Рвем онлайн. А что это за аниме такое? Это новое аниме? Это новое аниме, уже все его посмотрели. Они думают, что через месяц кто-то будет смотреть. Я буду смотреть магическую битву, как и все остальные аниме. Вот именно, братиш, как и все остальные аниме, ты их не будешь смотреть на стриме. Я смотрел! Спроси, что хочешь! Хочешь, давай, братишка, спойлер. Давай так. Хочешь атаку сейчас спойлерну? Хочешь? Атаку спойлерну? Братишка, ты атаку смотрел не на стриме, держу в курсе. Это раз. В два. Ты не все, да. Ты не все атаку смотрел. Дальше. Какое ты аниме хоть полностью посмотрел со мной на стриме? Например, аниме, которое называется «Клинок рассекающий демона». На стриме со мной? Да. Да, тебя даже тогда не было в конфе, долбоёб. Ты бухал в лесу тогда сидел, пиздобол ёбаный. Да. Ну иди туда нахуй, понял? Заебись. Аргумент. Сука, блядь, заебал! Ты не одно аниме. Я тебе рассказываю. Он все аниме, которые у меня были за последнее время, все отхуесосил. Все. Какой? Этот, ладно, давай, пошли, новый раунд, пошел. Врываемся в новый раунд, Минов, никуда привет. Не пойдем. Может, Иван Пащин просто пересматривает, сидит с утра до ночи, нахуй, все? Да, кстати, да. Илайчик, придорог. Сейчас мы поиграем, и где-то через, ну, где-то в 5.15, 5.20 пойдем играть в GTA-шку. 5.15. Скажи быстро 5.15. 5.15. Не, еще быстрее. 5.15. Шу? Блять, ну ты нормально, а это... Танки на выходных будут, ребят, 2 часа. Пошла. Потому причем, что сосед будет... сегодня не выдержал бы, понимаешь, сегодня надо стримить было бы тогда часов 6-7. На 7. Донбассе буду, пошли. Донбассе. Тупо на танках покатаемся. Блять. Знаешь, это, мне кажется, раунд... Это самый... Парень пишет, завел новый аккаунт в рейде, выпал арбитр со сколка. Да. Это супер. Это самый лучший раунд для Леонида Якубовича. Это не барабаны. Пошел. Сектор приз! А нахуя они добавили откидушки? Пока! Мне откидушка уничтожила! Сектор приз на барабане. Как дальше? Че, автомобиль! Вот это. Нихуя! Нормально? Нормально, конечно. Нормально, братишка? Ауто надо говорить. Ауто, ай, бля! Автомобиль! Пошла. Господи, я сейчас выиграю, я прям чувствую. У меня где-то на подкорочке, где-то внутри надежда спасается. Надежда! Ой, компас земной, а удача, награда за... Вред, я... Нет, я хотел, думал, вернуться, но со мной стон не играет. У меня кокос держит. Иди нахуй! У меня... у меня канал в танке старый, там есть... Там, я не знаю, как, ну, где-то 3-4 левела, но стон тоже такой не особо. Не особо, мы с ним поиграем, он арте будет играть. Какой? На какой танк, арте? Ты будешь играть на арте? Арта! Какая арта, блядь? Я только знаю, что это означает, и все, я не умею. Ну, вот знаю. Кстати, сварщик же штанчик, понял? Он танкист от бога, ебать. Он в танке задонатил все деньги, которые ему дали на рождение пятого ребенка. Все закинул в танки. Нерл Яр, спасибо за 10 месяцев. Спасибо, дорогой. Когда у тебя будет реклама рейда, хочу аккаунта похвастать. Так вы пишите эти менеджеры, мне не предлагают нихуя. Я писал, пацаны, если бы мне предложили бы эксклюзивный контракт, допустим, стримы проводить по рейду, я бы, блядь, с радостью бы это делал. Мы с Тоном так, бы, на постоянке, ебать. На постоянке. Ты представляешь, как бы мы тогда со Стоном, когда открывали, мы так орали, вы чё? Это мы тогда вообще врывались. Бля, там я бы... онлайн был по 4,5 тысячи. Я просто. Тебе говорю, если бы они предложили нормальное сотрудничество, нормальный контракт, типа даже и на регистрацию, и чтобы стрим проводить, ебать, с радостью бы хуяли. Напишите им, скажите, мы от этого, от Мантура, моего зрителя, дайте рейд. Танечка, а что это за игра? Я дико извиняюсь. А я не ебу, это обратно. Ну... Сука! Маленький дырочек. Танечка, а что это происходит? Стой, я...
почему? А я думал, что новых раундов не добавили, понял? А они, оказывается, добавили, и они такие ебанутые, блядь, все раунды. Ранечка! Да хоть, Что происходит? Что? Не работает, нихуя не работает. Знаешь, как будто пытается в дымчик твой попасть. Подожди, блядь! Я не могу! Да я тоже не могу в нее попасть! Что она бывшая Ванечка, никогда не пойду. Ну, твою мать, я своим голубом уже среди балла разобрал. Танечка! Я не могу! Таня! Пиздец! Ебать, как это сложно попасть в дырочку! Я не могу! Пой. До сих пор по твоей рефералке залипаю в рейд. Ну, блядь, пацаны, рейд — прикольная игра. Прошел! Да? Я не могу, я не знаю, что с тобой случилось, я как будто... Подожди, а что игра не кончилась? Я прошел, а игра не кончилась. Так, что-то это у меня сейчас... Вы прошли! Я не знаю, меня разучили играть. А, меня выбили. Ты не прошел? Не. Вы выиграли. Смотри, давай с тобой слежу. За дальше играй, братишка. Вдруг ты выиграешь? Если ты выиграешь, 3 часа этого, Боши. Акупу, спасибо за... Он сабнул Ливана. Ливана, блядь, сабнул. Ливан, да иди в школу, да учись уже, сука! Встань из-за компьютера, выйди отсюда, тварь! Я тебе рассказываю, он только в GTA играет, мусорки лутает. О, давай, тайка! Он 8... Твой любимый раунд, братишка, помнишь? Даже я уже понял, все, я понял. Таня, здесь давай, братишка, нет, ты голубика моя, я давай. Тут наши полномочия, все. Давай. Я даже не буду с старта бежать. Танечка, мне на подарок проси. Пацаны, да. Ты праздник, блять. У этой девочки что-нибудь, пошли. Пошел! Пошел! Блять! Все, мать! Самый быстрый проигрыш вселенского мира! Мгновение просто! Да хотел бы сделать так, не получилось бы! Да хотел бы! Не хотел! Возьми! Наличанин, спасибо, дорогой! Не, бля, не. Ну это пиздец, Тань! Эдота! СКП нажимай, поехали! Я тебе не знаю, я тебя зацелую! Бля, мне кажется, я в сову переоделся, и я хую влетаю. Шо? Братишка, я тебе рассказываю, а я голову. Бля, Купу, спасибо тебе большое, братишка, ты 4 сапки уже подарил. Ты Сикейку подарил подписку. Да? А Ливану вы зачем помогли? Подарите ему тетрадку, вы понимаете, что он 10 лет в пятом. Только смотри, тетрадку без полей, пусть сам чертит нахуй. Он, сука, 10 лет в пятом классе сидит и чисто мусор в GTA лутает. Тварь, бля. Вань, ну я сейчас выиграю точно. Выиграешь, да? Да. Бля, сука. Я не чертила. Кому ты рассказываешь, Ливан? Кому ты рассказываешь? Я ради стона, что мусорки лучше стал. Опять этот раунд, бля. Тань, я не знаю, как его проходить, Тань, страшно. Я не знаю, это вот эта собака безумная, это я, блядь, которая. У вас какие-то раунды новые добавили, они вообще реально. Бля, ну они молодцы. На самом деле, бля, эта игра пиздец. Здорово, морда. Здравствуйте. Здравствуйте. Морда. Здравствуйте. Привет, Ваня, всех дам с 8 марта. Можешь знать, за что меня потушили баном? Привет, я вроде как пытался, Ваня, помочь, а меня тухонули. Всех дам с 8 марта. Мэдболи пишет. Узнать, за что меня потушили баном? Почему модера, блядь? Я вроде как пытался помочь, а меня тухонули. Ваня! Ливан пишет, что он работает в настройке мусорки пустые. Чего? Потому что ты все мусорки вычистил, нечестивый. Конечно, блядь, не, вообще нахуй копейки нету в я этом. Я тебе рассказываю, сейчас стрим будет, если я не найду мусорки. Аня, а мы... Ну нахуй, блядь. Твою мать, это концерт инстасамки, блядь. Почему здесь столько людей, блядь? Концерт кого? Разойдитесь! Инстасамка, это что такое, блядь? Это какое-то аниме? Да, это новое аниме. На нахуй! Я по крыше бегу, смотри! Я в ДБ! Ну, нормально, бэ. Ванечка, я прохожу! А это ты бежишь рядом со мной, а ты что тут делаешь? Я вентилятор! Так! Ара!
Ежи, блядь, ежи. Нихуя не ежи, блядь. Пошел, Тань. ВДВ! Пошел, Таня! Ну это мастер, ляга! Братишка, живем! Батюшка, первый раунд пройден, еще всего-навсего с ним. Очень похож, скорее всего, Ливан был вчера на видосы, который там с мусорки лутал. Да, это по-любому он был. Бля, тут костюм этого снеговика есть, бля, какой красивый. Танечка, ну это, как говорится, это челядь осталась. Мы-то что, мы профессионалы. Челядь. Пешки, пешки. Нафиг. Никак вам подходить. Видосики бомбы были? Это здорово. Танечка, ну смотри, давай, первый раунд. Это первый раунд? Да, первый. Да, Вань там спрашивает, аскет будет сегодня? А, врачил, да похуй, разбани его. Пошла. Врыв с двух ног. Это, видимо, он мне советовал, когда про монитор, когда в скобочках у меня что-то не так работало, блядь, типа, когда FPS падал. Пацаны, вы расслабьтесь, здесь банят нахуй за все. Что? Ваня, дай. Смотри, столько раундов новых, которых я даже не видел, блядь. Подожди. Вот это что такое? Не, ну старых богато. Мне, как? Богато. Дорого, богато. О, это наш... Чат, привет, с вами Леха, боевая сова. Смотрите, кидайте 50 тысяч рублей стримеру, и я сплюрю вам атаку вся. Алексей, ты если бы ты сказал, не сплюрю, они, может быть, кинули. Знаешь, ты немножечко, у тебя голова немножечко в другую сторону работает, дурка. Пошла. А это новый раунд? Нет, мы сыграли, Тань. Играли? Или нет? Нет. А, не. Не, играли, топоры, я тебе помню, они меня, ой-ой-ой, сколько раз они мое бренное тело разрубали. Пошла. Бегай! Я прошел первый! Нахуй, не упал! Корик, корик, не кричи. Нет, сука! Таня! Ваня, если я пройду первее тебя, запомни, я профессионал, а ты ничто. Ты? Бля, они модернифицировали этот раунд, Тань. Пошла! Тупо выход на две! Я собака Игоря Войтенко, пошел. Кто ты? Собака Игоря Войтенко. Пока. Твою мать. Танечка, прошел быстрее меня, Тань? Да, Вань. Запомни, тщеславие это худшее, что есть. Хули ты хвастаешься, сука! Танечка, пошел, нормально. Не иди пока, не иди, не прыгай. Иду. Не прыгай! Сука, сейчас, подожди, сейчас. Пошел. Стоп! Ебаный ёб... Пошел, вот сейчас посередине, Тань, пошел посередине. Быстрее, посередине, пошел! А, все! Посередине, да! Итак, как они? Блядь. Сегодня сапки у бедного школьника закончат. Дальше стрим. Если Ливан не зачистит все мусорки, то ему пизда. Танечка, а мы я тебе когда-нибудь дам реванш? Если Леван не зачистит все мусорки, то ему пизда. Смотри, я предлагаю реванш. Знаешь, как настоящий реванш. Только потом, попозже. Без... рарного лута. Не, это неинтересно, это неинтересно. Почему не? Не, это не смотри, в этом это весь, чисто в этом весь смак, в этом рарном какой луте. Не, смак-то понятно. Ну смотри, чисто кто больше втянет на своем горбу. Не, это все хуйня. Что как нет? Раз рарный дроп, это как, знаешь, понимаешь? Как вот типа на фарм. Кто больше, это рандом. С тобой тяжело соревноваться, потому что тебе, как говорится, Господь Бог, как говорится, дает, помогает. Таня, я все. Я бегу пока. Таня, я все. Я арбуз нахуй переедет. Таня, меня пи... Все! Я проиграл. Банан! Пожалуйста, дай пройти. Я никогда ничего не просил. А сейчас прошу пройти, пожалуйста. Таня! Беги, мой маленький, беги! Уан! Пожалуйста! Блядь! Ухрысь! Кто такой? Голуби, вперед!
Люцифер, блин. Тупо топ-1. Тупо топ-1. А ты проиграл? Не, я выиграл. А? Какой это раунд? Третий? Четвертый сейчас будет. Ваня, ой, чувствую, победочка рядом. Сейчас какой-нибудь этот, помнишь это, ёбаная, это, как она, спиннер, спиннер. А, осуждаю на всякий случай. Это ж, ой, блядь. Это хвосты. Ой, блядь. Сохраните хвост любой ценой. О, Таня. Ебать, лапы, рот и хвост, мои документы, пошли. А у меня нет хвоста вообще. У меня голубь без хвоста. А как собирать? Шифтом, пробелом, как собирать? На нахуй, вор! Украли обратно. Танечка, сзади, 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 типа, поджимай. Подожди. Понял. Я тут пытаюсь попугая хвостик забрать. Нахуй ты, ебанашка, нахуй, глупая. Запомни, сзади, 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 Таня, разверни свою жопу. Да нахуй он срался, я сейчас лучше у кого-то другого. Ебать он... А как он забирается, шифтом? Да, нет, пробелом, шифтом, да. Сейчас я украду этого робокопа, ебать, робот-полицейский. Киборг убил. На нахуй, ебать, молотком мажичок размажило. Пошла. Ваня, что-то дело попахивает, блядь, молочницей, нахуй, нихуя нет. Ваня, стой этот, я тебе что-то скажу на ухо. Подожди. Подожди, Вань. Вань. Соточку закину. Постой, чуть-чуть. Вань. Вань, постой, Вань. Ты чё, кончил? Ты чё, мразь, ебать? Вор! Вор! Запомни, все хвосты мои! Все мое! Ты ничто! Стон соседки, все! Украл Дед Мороз хвост! Тварь, ненавижу! Ты конченый, ты мне не дал выиграть, истепище! Какой ты конченый ублюдка! Какой ты... Это раунд, понимаешь? Четвертый, какая ты мразь! Я не мог у тебя не забрать хвост, Вань, ну не мог! Понимаешь, если я бы не забрал у тебя хвост, то тебя кто-то другой бы забрал. Кстати, еще одну корону дали, ля! Короны раздают. Ну он мышь, направо... тотальная мышь просто, блядь. Знаешь, играешь до четвертого раунда, тебе твой напарник просто хвост ворует, ищи, потом проебывает. А ты сгоришь в аду, я тебе говорю. За вот этот поступок, за этот поступок. Ты потом будешь отвечать за этот поступок когда-нибудь в этой жизни. Помнишь, как ты меня хвост, сука, украл? Никогда такого не было. Никто не запомнил. Ты запомни, ты первый вор среди всех воров, ебать. Ты Сонька мокрая ручка, или как она называлась? Мокрая киска или как там? Танечка. Да, сейчас... да, вкусная. Сколько мы сегодня закинули за фолсга... Что там? Не донатят, Мырдин, да? Братич, даже на 8 марта не поздравляют. Да? GTA скоро, ребят, через полчаса где-то, через 3 минут 40. Ваня, мы с тобой... Точно! Давай группу назовем «Мокрые бандиты». Кто? «Мокрые бандиты». GTA? Нет, сейчас наша группа «Сова» и «Голубь», мы «Мокрые бандиты». Добрый вечер, Понтер, привет. Мокрые бандиты, уперёд! Танки не сегодня, танки на выходных мы с ним проведем, потому что сегодня надо еще GTA-шку отстримить, и Стону там надо будет потом работать, там вот все это. От работы, как говорится, шо? Деньги появляются. Шо? Шо? Ты не в пати. А у тебя цифры показываются, человека, а мне не. Ты не в пати, и меня выкинуло. А, да. А что, я не в пати? У тебя обратно компьютер сломался? Здорово, батя. Ванечка, я готов выиграть, готов. А я могу выйти. Здорово, богачка, совместно с дрифти по GTA. Ну, когда дрифти придет на этот сервер, ты не в сети, кстати. Да? Ну, заебись, хули тебе сказать. Просто с нихуя выкинуло вообще за мановение. Пацаны, кто считает, что он специально издевается надо мной, чтобы я не выиграл, представляете? Пацаны, запомните, я выиграю, он нет. Я все, ты ничто. Я вам рассказываю, сколько у тебя часов в этой игре? Я тут знаю, много. Ну, посмотри в стиме. Так, сейчас смотрю. Так. Сейчас мне же нехуй делать, сейчас я альтабнусь. Библиотека. Так. Вы играли 40 часов. Ага! А ты сколько? А сколько ты? Так, у меня сколько? Ага. Сколько? Сейчас Так, а как загрузки, да? Нет, не то. Библиотека, домашняя коллекция. Falls Guys. 52 часа.
Но, пацаны, но, как вы думаете, сколько у него было топ-1? 24 раза. Да, Пати, кинь, Пати, Пати. Сколько раз топ-1 было? Ни разу. Я ни разу. В свое время, когда раунды были намного проще, братишка. А ты можешь кинуть мне Пати? Я тебе кинул, Пати, ты, карман. Так нету Пати. Че? Пати нет. Как нет? Я вот тебе кидаю. Мне перезайти тоже надо, подожди, сейчас я перезайду. Блять, нема! О, не... яма, подожди. Перезаходи, потом, если что, я тебе пати. Смотрите, знаете, почему я не брал топ-1? Что? Я не брал топ-1, потому что я не мог его взять! Не могу! Не могу! Не могу! Хочу, но не могу! Парень пишет, у меня 96 часов один раз выиграл и офнул навсегда, говорит. За 96... да? Блядь, Танечку, и парень... Оказывается, часов... я еще не самый плохой, да? Не, ну он хотя бы взял, а ты за 96 часов тоже не возьмешь, братишка. А ты чё в братишечку-то не веришь, а? Братишечка-то чё не веришь? Смотри, вот 100 тысяч прилетает сейчас, и вечером прилетает. Сегодня в котла идем. А ебать, а ты такой фантазер. Фантазер. Тебе 100 рублей. Будем играть с вами. Я рассказываю. Ему 100 рублей не прилетает, а он сидит, надеется на 100 тысяч. Братишка, когда-то мне говорили на стриме... Здравствуй, аниматрончик, мой дорогой. Теперь можешь не беспокоиться, аниме не скоро еще будет, мой хороший. Так вот, смотри. Ситуация какая? Какая? Когда-то ты мне... Когда у меня было на БДУ 900 тысяч зрителей, да. Я когда просил биткоин, тоже мне говорили, что все это хуйня, никто не даст. Да. Так мне ждали? Ну, это чисто случайно получилось. Пацан просто хотел скинуть кому-то другому, а скинул тебя. Да? Да. Ты понимаешь, ты знаешь, какое это, сколько это? Братишка, это не так уж и много. Для тебя это... А ты зажрался, черт. Братишка, у них богатых людей... Заимелся. Братан, богатых людей миллиард на стриме. Да? Миллиард, да? Да. А пиздоболов 2 миллиарда? Да. За меня посмотрите, я тоже там. Так, Вань, смотри. Дорогой, можешь песенку оценить? Плохих слов нет, бана не будет, ставлю дорогой, свою попу. Можешь песенку оценить. Плохих надо, слов я знаю, нет, Моя бана не будет, ставит, ставлю попу Фед, братишка, давай, ссылку ну не сейчас, удалена. Видишь, я сейчас покажу. Тебе надо было выследить немножко когда-то какие-то видосы, не видосы, когда, допустим, стрим начинается, или когда интеграция как происходит. Так, там, Ваня, боже. Пошла, мастипа! Пока что у нас полсгайз такое. Топ-1. Смотри, если я сейчас не буду топ-1, дальше я ужасное сделаю, я возьму попью воды. Я серьезно, если я сейчас не стану первым, я пойду попью воды. Это очень страшная вещь. А потом я сяду обратно за компьютер. Не играйте со мной, не шутите! Кто ты такой? Джордж, ты ковбой сраный. Сейчас на пару градусов земное притяжение поменяю. И как говорится... Однозначно! Пошла. У меня, да, аллергия на воду, пошли. Парень пишет, атака будет? Будет. У меня лично она будет, ребят. А ты атаковать кого-то собрался? Титан, значит, вышла серия. А, да? Сегодня перевоз. Я не буду ее смотреть по стриму. После вчерашних спойлеров это все. Для меня анимешники на ближайшие несколько лет, месяцев умерли. Особенно после вчерашнего онлайн на Бличе. Это все, блядь. Не, так расстроился, так. Да? Ну, я не так скажу больше, братишка. Я тебе больше скажу. Конфа тоже расстроился за спек. А, конфа очень сильно расстроился. Смотри, спек расстроился, он говорит, я вчера снял, как говорится... женщину низкая социальная ответственность, говорит, посмотреть, говорит, фильмы, говорит, с Иваном. Так. А он говорит, отключим Блич. Да, ну вот спяк, когда закинет мне за весь стрим, блядь, за всю интеграцию вместе взятую, закинет мне. Вот тогда поговорим с ним. Да там после конфы у спяка уже нечего закидывать. Да, да конечно, вы его высосали так просто, что вы его не дышали. Вы воры! Я вам рассказываю, ребят, мне спяк не донатил полгода. Эти долбоебы сначала в классике его доили, блядь, потом еще в Shadowlands, они 4 месяца его драйверили, короче, с него бабки имели. Да, так просто пизда, я не знаю. Так, я вам рассказываю, Ишка купила квартиру в Москве под Иваном, 30-этажную, просто прям,
На, а вы думаете, где на деньги? На спяки! Да-да-да-да-да! Ебать, я не пройду, наверное. Если я сейчас не пройду, мышечка Владик, ты уж извиняй, но говоришь. Я ебать так упиздую в стену, ебать, что ты разлетинешь, что я все. Не, пацаны, там, я тебе говорю, конфа исключительных валютных крыс. Я тебя не знаю, вы еще. Если вы думаете. Как ты обычно отнастили. Исключительных валютных. Понятно, ты прошел? Нет. А ты? А ты как? Ванечка, помни, если ты не прошел, то я уж точно не прошел. Я прохожу. А, да. Ну, сгоришь. Весточка пишет, мне тоже нужно. Танечка, весточке тоже нужно. А там весточка качается, сейчас Танечка. Весточка, что ты уже нормального себе кавалера не найдешь, я что-то не пойму. У тебя вроде жопа есть, здрасте. Все есть. Что ты? Здрасте. Ну, да, нет, ну короче, что ты не найдешь себе уже наконец-то? Ты развелась, кстати, нет? Здрасте, меня зовут Алёша, я с себя нехуй иметь, блядь, ты иди нахуй. И у меня есть сало, цибуля, чеснок, борщ с пампушком и дедушкин самогончик. Че? Борщ с пампушками и дедушкин самогончик, пожалуйста. Ванечка, ты можешь просто выиграть, я тебя прошу сейчас. Ванечка, если я выиграю, как говорится, то ты мне дашь. Да, одни бедные, пишет весточка. Да? Понял. А тебе богатые нужны, да? Ну, наверное, как говорится, не по синьке шапка, как говорится, да? Не, подожди, ну, подожди, в смысле одни бед. Смотри, самой нужно подниматься, пишет весточка. Смотри. Самой подниматься нужно? Это я, кстати, говорил один раз, когда меня вырубили нахуй на дискотеке, говорю, самому вставать надо, а меня все равно люди подняли, ебать. Было, было. Слушай, одни бедные. Ну а шо? Ты хочешь сказать, богатых нету на стриме? Подожди, пацаны! Она, наверное, дохуя кого попробовала, да, раз ты так вот утверждает, ебать. Пацаны! Плюс они те, кто в чате, в принципе, богатые, ебать, нереально! Смотри, смотри, а теперь так, а теперь профаните мне. Я как лакмусовая бумажка. Да, а это что? А что это такое? Ну она, лакмусовая бумажка, это в химии, когда ты определяешь, кислоты или щелочная среда. Ебать, я что помню. Короче, поэтому мне бабки кидайте, короче, я скажу, богатые вы или нет. Я вам весточку. Весточка симпатичная. Я ее видел во всех местах почти. Вот даже не все-таки во всех. Поэтому. Что? Я как сваха, вы через меня все эти решаете вопросы. Как бы. Все. Здрасте, меня зовут Алёша, я в Украине. Тань. Надо пойти. Хочешь, я с весточкой пойду? Ну, а давай поженимся вдвоем, прикинь. Не, братишка, не надо. Не. Весточка пишет, найди мне самостоятельного мужчину. Таких нету. Здрасте! Меня зовут Алёша, я самостоятельный. Я сам себе, как говорится, и небо, и луна. Я сам себе. Я кого продаю? В смысле, кого продаю? Я всего лишь... А что такое? А если надо яйца? А, если это яйца продаю. В смысле, я просто ищу богатого мужчину. Ля, аквапул. 100 рублей. Бля, 100 рублей это не закидывай. Пацаны. Ну не пищу. Я ищу богатого мужчину. Постой, постой. Куда ты, мужчина? На своем баге. Где я, блядь? А куда носить яйца, ебаный в рот, блядь? Я богатый. Я богатый? Да че 100 рублей, цены? 100 рублей ты не богатый. В смысле не богатый? А мы здесь красивый, не пьющего. Меня зовут Алёша! Я и красивый, и не пьющий. Я тебе рассказываю, девчонки, блядь, чтобы найти себе мужика, по 50 рублей кидают, а эти по 100 рублей, блядь, себе хвалятся нахуй. Здрасте. Я с Украины. Можно, красивый, можно богатый. Мне красивый. Спасибо неплющего. Большое, Хайо, спасибо. И. Ну да, вопрос, сколько лет весточки, откуда она? Весточка. Ты с Москвы, весточка, да? Да, буду еще. Сколько лет. А весточка, сколько тебе лет? Лет 15, сколько мне? Нет, ей 20 с чем-то. Да не, ну весточка нормальная, типа, она ничего там. Она на лицо на полтинник тянет, я вам говорю, она уже пожевала. А что есть там делать, не пойму, яички? Ее пожевала жизнь, ради яйца. Пацаны, я вам говорю сразу, я видел. Москва 20 лет красивая, говорит. Это прям про меня, ребят. Здрасте, меня зовут Алексей, мне 30 лет, меня били всю жизнь, я был в Украине. Я красивый, мамкин бродяга, батин симпатяга, ебать, тупо. А где яйца? А яиц нет, Ваня. Не, пруфы есть, ребят. Не, пацаны, я могу, конечно... Какую-нибудь, ну, пацаны, типа... Пацаны, дожеванная она! Где яйца? Какие пруфы? Я лучше! Я тебе рассказываю, почему стон соседки пытается бороться на 8 марта? Хотя, ну, Тань, знаешь, советы да любовь с чатиком. Братишка, запомни, твой чатик — это лучшее из людей. Вы прошли.
Вы прошли! Ви аз зе чемпион, получается! Не, смотри, Тань, последнюю фоточку скину тебе, это она в зале была. Давай, Вань, пошел, скидай. Давай, пошел. Она удалила? А, во, смотри. Давай, пошел, ага, ага. Смотришь? Ага. 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 А ты куда скинул, блядь? Ну, на стриме. А, подожди, на стрим, слушай. Подожди, нахуй! Да я жеваная она, я говорил! Ты красивее? Ваня! У меня свисток, у меня грудь по пояс! Запомни, я царица! Вот это, пацаны, за сотку дам! Все, прекращай, Тань. Ты, конечно, блядь, я... понимаешь, что ты хочешь себе уже это... А может, некрасивую пьющего пишут? Во! Во! Вот! Здрасте! Вот он! Алексей! А ведь там еще есть красивые? Я некрасивый! Лёха! Что? Ты девчонка, блин, ещё 1500 скинул. Героиня. 2000 она скинула всего, блин. Сейчас, сейчас, пацаны, там красивые скинул. Красивые, ребята, фоточки. Фотку скинули, фотку. Подожди, подожди. А что такое радостное, я не понимаю. А нахуй эта игра, покажи фотографию. Давай раунд пройдем, долбоёб. А мне похеру, покажи мне кровь с молоком, покажи. Кровь с молоком, это тебе в детстве называли, когда ты, блядь, жрал булочку размером с булочку. Что? Булочка? А, помню такую. Так, пошли. Таня, а мне вы... сейчас, мне кажется, а блядь... почему тебе... Дай меня извиняюсь. А почему тебе женский пол на 8 марта донатит? Потому тебе! Что... Потому что хотят найти себе хороших мужчин. А я как сваха. Я профессионал. А, здрасте, меня зовут Алексей. Танечка, я с тебя приехал. Нечего поиметь, Тань. Ты просто... Танечка, с меня не надо иметь. Я сам иметь буду, эй! Я сейчас умру, блядь. Вам можно фотографию покажи, пожалуйста? Таня, все! А, пошел. Меня! А, ты не упал. Покажи фотографию. Да подожди ты, блядь! Меня да псай... покажи фотку, меня псайдак ебаный там он давит! Солнце встало, и ты пока. Вставай! Бля, а че я так хорошо прохожу? Я вообще типа на изи, посмотри. А знаешь почему? Потому что тестостерон поднялся, вот этот мужской гормон, знаешь, король гормон. Так, 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 так. Ага. Как говорится. Он стоит, и я стою! Пока. Ты идешь, и я иду! Пошел. О, все! Все! Стука ебала! Ненавижу! Ненавижу! Ненависть! Ненависть! Тварь! Покажи фотографию, быстрей, быстрей, или я сейчас умру. Фотографию. Танечка, подожди, сейчас. Пошел, пошел. Сейчас, 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 сейчас. Давай конфетку красивую, да? Да подожди, дай 2000 рублей, хай, хай, хай. Пошел. Пошел. Так, готов? Давай, ага. Боюсь, все деньги мира не заставят пошел. Девушку уехать из Москвы на Аляску. Пошел. Ля, тише. Ля, ты шо такая? Как... А, пошел, пошел, ага. Первая, подожди, первая, смотри. Пошел. Ага, давай, 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 давай. Первая пошла, смотри, смотри, смотри. А тут еба, это шо, это моднявая, ля. Ля сидит, стоит, смотри. Это одна. Ебать, у тебя военные берцы, ты чё в армии? Посмотри. Ля, ля, смотри. А что это, Джессика Альба? Ты чьи кто ты? Пошел, или... а ну давай ты, Альба, Альба, ага. Ага, ага. Ля, смотри. Блядь, ага. Ну нахуй, ебать, дай еще денег и будет нормально. Не, на самом деле вопросов нет, типа. Красивая, нормально, ну, нормально. Как говорится, пока, 20, пока 20 лет, это, как говорится, смотри, весточка. Что? Пока ты молодая, надо... Надо. Давать! Винни-Пух пишет, в предложку пруфанул, что я богатый. Ну-ка. В предложку пруфанул, что Ваня. Я богатый. Ваня, покажи мою фотку. Подожди, секундочку, что это? Да. Общий облагаемый доход? Рубли закончились. Так, Стоун, ты будешь мне курлыкать на ухо. А-а-а! Это мамкины фотошоперы, фотошоперы за мамкины. За декабрь 2020-го. Пацаны, это миллиард, это я миллиард, тебе рассказываю. Если бы ты столько зарабатывал в месяц за декабрь, дайте номер этого человека, весточка. А я так скажу, это все мамкины фотошоперы. Вань, покажи блядь. Мою фотку. Профанить! Смотрите. Сравни меня и весточку, Вань, я тебя прошу. К сожалению, у меня на старом компьютере все твои фотки. У меня ни одной фотки твоей здесь нет. Ненавижу тебя, блядь. Скинь мне фотку какую-нибудь личную. Сейчас, погодь. А я не знаю, какую. У меня нет фотки, блядь. А, сейчас! Подожди! Есть! Давай. Да есть же! Давай, подожди. Давай, давай! Сейчас, я недавно, кстати. Все, подожди. Давай, 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 давай. О, ебать!
Ебать, ля-ля-ля! А правила отвечать нельзя же оценивать. Как нельзя оценивать женщин? Можно оценить. Мы же это... Она же не против. Она же не... Как бы она сама... Сейчас, погодь. Правила отвечать. Тут... Правила отвечать нельзя... когда девушка против, когда ты начинаешь ей делать комплимент, она против этого. Если она скажет, допустим, я против, тогда вопросов нет. А если да, она не подожди. Против, то почему нет? Ванечка тут-то сам на себя стоит! Подожди. Давай. Так, ну, подожди, так это удалить, блядь, то я сейчас писун свой скину, подожди. Пошла! Ля какой! Посмотри! Кто ты? Ты человеческое дитя или ты обезьяне? Посмотри! А что с твоим лицом? Посмотри, Ваня! Я тебе рассказываю, я когда обувь 5 лет носил, у меня такая кроссовка была. Глянь, Вань! Мама, то спасибо, что родила такого красавца! Посмотри, я чуть-чуть лучше твари, посмотри! Да! Вместо того, чтобы на лице волосы, они на жопе растут, красавица! Все, закрывай, страшно, страшно. Реально, ну это охуенная фотка, смотри. Бля, я на лысо побрился. Ты нагиев, ты нагиев, чечё ты. Я на лысо побрился и голову себе разрезал, прикинь. Я до сих пор хожу с этой раной. Братишка, ну ничего страшного, я тебя пригласил, пошли еще немножко. Сколько времени, блядь? Скоро GTA уже стримить, блядь. А, еще минут 20. Не, ну в свои 20 лет все красивые. А вот когда тебе чуть за 30, и ты красивый социальный, это талант. Ну, в описании аккаунта Инста, девочки ждут Инста с 8 марта. Даже если вам немного за 30, там есть надежда выйти минут замуж. Минут 20 лет все добрый красивые. Стикарака. А спасибо. Вот когда тебе чуть за 30 и ты все, красивый и сексуальный, а мы взяли из этого один, Вань? Профил описания аккаунта Инста. А мы сегодня девочки взяли топ-1, Вань? Я просто забыл. КС ТА с 8 марта. Ты мне просто мешанул. Да? Да. Знаешь, как говорится, Ванечка, шо поделать. Так, да и не богат. Но лет так через 10 я подойду. Пацаны, и буду да ей сейчас. Смотрите, девчонка, братишка. Что? Вот, допустим, весточки, ей 20 лет. Да. Она пока еще красивая, пока еще. Ну как сказать? Ну, не, ну относительно, ну, как, нет, симпатичнее, чуть-чуть нормально. Хуже меня, давай. Ну, чуть-чуть посимпатичнее тебя, смотри. Да. И девчонкам сейчас нужно что? Они хотят что? Свою молодость, пока они еще в соку. Да ебашиться они хотят! Ебись! Нет, не в этом дело. Нет. Им просто хочется найти себе состоятельного кавалера, понимаете? Ага. Состоятельного. Который будет ей покупать сумочки Гуччи, Ямагучи да. дорожки будет покупать. Да. Который будет ей другие дорожки покупать. Которые Алексей в Майами недавно... Что? Да, он это... Ну ладно, осуждаем. Это, так вот... Так этот, пацаны, а кто состоятельный богатый. Из вас? Имеется личная корова, трактор, полный морозильник сала, дом на богатый, берегу имеется болота. Личная корова, трактор, полный морозильник сала, дом на берегу болота. Это... Кто-то скинул за меня сообщение? Спасибо большое. Дом на берегу болота. Не, Бану, это за 20-й год целиком, я не настолько богатый. А, я думал, ты за месяц столько, врач. А как, Ванечка, насчет того, что с милым раем в шалаше? Не, это да, но, смотри, братишка, с иглы, но когда у тебя появляются дети, под тридцаточку, братишка, когда у тебя появляется уже ребенок, потом второй, третий, четвертый, как у сварщика за день, что происходит, братишка? Получается, что когда у тебя начинаются личные проблемы, какой бы ты ни был красивый, какой у тебя ни был бы писюн и так далее, когда у тебя жрать нечего дома, тебе девушке будет похуй, и захочется, блядь, сумочку себе хорошую. На самом деле, я тоже жене своей говорю, когда только встретился, говорю, ебать, буду богатым, ага. В золоте ходить будешь, вся в соболях, ага. В шубах. До сих пор ходит в том, чем встретились, блядь. Жизнь! Сказка, блядь! Самый сильный наебщик города моего, это я. Ну а что? Самое главное обещать. А что будет, то будет. Сыглы. Короче, пацаны, поэтому девчонки все хотят. Но! Нужно немножечко быть, смотри. Ну, Весточка, ты могла бы быть с потенциально хорошим типом? У меня другой вопрос. Весточка, а кто тебя воспитывал таким поганым образом? Нормальный отец явно не будет воспитывать свою дочь именно так. Да там парень ей это говорит, что почему? Ну смотри, Вержил, сейчас все девушки такие же, они хотят, ну, найти себе, ну, как бы, этого, Ашу. А потом, Весточка, ты не спеша оглянуться, у тебя 4 кота, блядь, тебе 80 лет, нахуй, ты одна сидишь. Так Весточка уже замужем была, да? Ты же была уже замужем?
Она женилась, она успела за год. Мы, я тебе рассказывал, мы с ней в классике познакомились, когда вот здесь вот это, в классике она играла тоже. Она еще не была замужем, в итоге за полтора года она уже женилась, развелась, нахуй. Один кот есть уже, говорит. Подожди, Весточка, так а ты расскажи это. Весточка, а что случилось у тебя? Расскажи. Подожди, я тебя еще не понял. Ты жениться успел. А что случилось? Почему вы разошлись? Он что, мало зарабатывал? На Дольче Габбану не давал, да? Нью Балансы не купил. Картье гвоздик на плечо не купил. На плечо? Вот так. Ну это... А, да, просто не подходили друг к другу, понял. А, значит, когда женились, подходили? Не, подожди, а как мы не подходили? Ну, тут должны быть какие-то причины. В каком плане не подходили? Да я тебе объясняю. Пока женились, бабки были. Бабки на свадьбу проебали, резко перестал подходить. Резко перестал подходить! Только без бумажки ты какашка. Интересные разговоры пошли, обожаю. Все, все, беги, уходи, ты уходи. Лех! Нет, тут надо вообще думать, прежде чем что-то сказать. Конечно, мы ничего такого не говорим. А что мы говорим? Без бумажки ты какашка, ты гражданин. А? Да? Да. Что мы хоть? Что мы такого сказали? Что? Не, я просто говорю, что я за себя говорю. Не, тебе да, тебе, Лёха, тебе точно в эту тему не влезать, потому что... Не, Алексей, тебе лучше вообще не влезать никуда. Тебе лучше вообще пойти, Лёха, 1800 не обнуть. Ты лучше сначала пойди долги раздай всей Америке, а потом сюда приходи, блядь. Никуда не пойдем. Так, Лёх, ну ты расскажи, ты аренишь сейчас вообще, врывается, нормально? Сейчас я обрываюсь за рулем баранки. Ну там же, когда была бытовуха, начинается, сразу карте появляется, и уже понятно, подходит человек к таким вещам. Это Весточка написала. То есть, когда бытовуха началась, у них это все плохо было. А у вас, блядь, за полгода бытовуха началась? Я тебе рассказываю. Я 30 лет живу, еще бытовухи не началось, ебать. Да когда, да, я тебе рассказываю. Лет, ебать, и все, нахуй, этот, блядь, вот. Этот нахуй, как только у него бабок не было, исчезал из дома, блядь, как Будулай, нахуй, улетал, блядь, просто в леса. Я ухожу с дома, был один ребенок, через полгода прихожу, уже 5. Я до сих пор думаю, что это мои! Я просто не понимаю, нахуя замуж жениться, блядь, 18, 20, 20, вы такой. Да, Леха, я тебе просто объясню, мы не против, это же нормально. Типа, ну, это сейчас современные реалии, допустим, в Москве был Москва. Современная вообще, типа, современные технологии. Я так скажу. Все хотят, просто что хотят все делать? Все хотят найти, пока не молодые, пока не симпатули. Пока нахуй, симпатуля, ебать! Провалился пол под ногами, ебать! Короче... Давай, все хотят потом найти... они ноют, что им изменяют, понимаешь? В смысле, конечно, вы не... Лех, ну прекрати, ну все, почему изменяешь? А кому изменяю? Ну, молодые, говорю, выходят замуж, женятся в 20 лет, понимаешь? Потом один понравился, тиктокер, бля, понравился всей женщиной, понимаешь, в ушках. Ей понравился он. А она замуж, она такая, блин, ну ладно, Алексей, смотрит. А во сколько надо выходить тогда? Замуж, во сколько? Ну, ближе к 30-ке, наверное. Алексей! 30-ки же люди заканчивают жизнь, блядь, ты на меня посмотри. Леха, ближе к 30-ке люди уже, понимаешь, Господь Бог, он сделал земное притяжение с каждым годом сильнее, и ты уже... Как слизень обвисший в 30-ку, уже все особо, любить-то не найдешь, понимаешь? У кого-то не стоит, у кого-то висит, у кого-то такой, понимаешь? Не идет, так не работает, Лёха. Вот надо выходить жениться, вот прям 18 лет сразу. 18 лет, все, как говорится. Да. Балал, бишь. Так а зачем выходить замуж, жениться? Просто живите, блять, и все. Блять! Лёха, блять, П. Не, ну... Ну это правильно. Блять! Да, вот эти слова, которые... Живите и все. А дети хуй на кого они записаны будут? Чья фамилия? Ванечка спросил Стончика про Таню Стонову. Что, блядь? Какую Таню Стонову? Кто? Кто такая Таня Стонова, блядь? Не знаю. Я не знаю, что, блядь. Чё, блядь? Подожди, так во сколько жениться-то надо? Я не только... Да это все это индивидуально, ребят, у каждого мнение. Вот Алексей, у него вообще такой мировоззрение. Вообще не слушайте никого нахуй. Как живите, как хотите, ваша жизнь, блядь. Конечно, как пацаны, по конечно, Алексей, хоть, блядь, в 10 лет женитесь, нахуй. Пацаны, Алексей в 16 лет женился, а у него уже 30 жен было, блядь. Как вы говорите, слушайте его, блядь. Рассказывай, что он философ сраный. Ковбой, блядь. Джо, блядь. Пока, нахуй. Таня Стонова. Ванечка. Спроси у Стончика, знает ли он Таню Стонову. И пускай Стончик зарет Дрокина. А шо? Какая Таня Стонова, блять? И пусть зарет да Дрокина. Блять, кто это? Ну, какая Дрокина, нахуй? Я не пойму. Кто такой Дрокина?
Дрокина, это я по вечерам делаю. Конченый! Я бы сейчас вот этого... Это ебаный Харитон, что ли, в этой кепке, это ебучий. Он меня задержал еще и меня выкинул. Кусок гандона. А то, чтобы видно, что вы с одной команды. С одной команды. Твари, блядь! Бавелла, смотри, вот давай так, по-братски, смотри. Тебе было приятно, если бы твои родители 40 лет жили? Непонятно, они не женаты, не замужем, да, Крюр? И ты, Костик, записан вообще непонятно на дедушкину фамилию. Ты хер поймешь, ты то ли ты соседки, то ли подожди, ты родители. Подожди, а при чем тут фамилия? Я не могу понять. Ты как при чем? Фамилия записывается отца сразу, моментально. Нет. Что значит нет? Потому что нет. Мать, если захочет узнать твою фамилию, ребята. Фамилия всегда дается давай отца, блядь. Спорить. Нет. Да что спорить, я. Да не кричите, я... ну все, ну блять, ну чего деда разбудили? Нет. Леха, не блядь, всегда. Не заходил нахуй жизнь. Что вы разбудили? Всегда. Не фамилия всегда. Отца. Ты кому это, мы сука, рассказываешь? Ты алло, блядь. У меня фамилия моей бабушки, блядь. Жена, ты что? Ну, у тебя, значит, ебать, так. Я не знаю, во всем мире цивилизованном, блядь, происходит по отцу, блядь, в России, да? В Америке, цивилизованном. В Европе. Он первый раз в России назвал цивилизацию! Я сейчас Сержа позову, Алексей, пожалуйста, не надо. Спасибо, Ангрифил, спасибо, родной. Я рад, что у вас все хорошо, мой хороший. Понятно, а вы выигрываете, а вы выигрываете, да? Я не знаю, что происходит, Тань, если сейчас... А, да у нас это, яйцо... Я сижу, расслабился просто и представляю... Ой, ну, прошу, нормально. Вас спрашивают, во-первых, там, кому, какая фамилия вы берете. То есть, когда ты документы подаешь на ребенка, да? Когда она рождается... У ребенка прям говорят... спрашивают, у ребенка спрашивают. Тебя спрашивают? Да. Ты что, дурачок, ты что, дурака врубаешь? Тебя спрашивают. Это у ребенка спрашивают? У тебя спрашивают, да. Когда ребенок рождается, спрашивают, фамилия, имя ребенка. Ты говоришь, да. Они записывают, все. Да. А почему ты замужем, не замужем? А почему, подожди, а почему ты говоришь то, что типа это 100% всегда фамилия отца? Ты можешь любую фамилию хорошо. Назвать. Не, ну ты можешь любую сказать. А если не знать, то отец. Да ради бога. Что? Ну вообще по отцу идет, и все. Да? Ну да. Но понял. Ты можешь сказать, хорошо, назовите его там... Еноске Хашибиро! Хайкаги... Еноске! Я бы хотел, чтобы меня звали Еноске Хашибиро. Леви, Эрон, Левин, Эри... Лёх, попроси, чтобы... Вот ты сейчас не спойлер начнешь говорить, я заглушусь. Короче, смотрите, что сделать, смотри. Я иду ва-банк, да? Давайте, у вас есть ровно 45 минут. Какие минут? Секунд! Нет, такая, ты чё? Я, короче, смотрите, я прочитал Вангу, 138 главу. Вангу? Вангу говорит! Я Вангу прочитал! Царство небесное, ага. Я Мангу прочитал, 138. Ну давай, ага. Всё, Тань! И там мисс... Спойлер. Какой? Серьезный спойлер. Какой? Ну короче, какой? Сломаю, блядь, это жизнь. Сколько денег надо, чтобы ты заспойлерил? Сколько? И чтобы не заспойлерил, в смысле? Какой смысл? Короче, давай. Смотри, 10 тысяч рублей, и я не спойлерю. Сколько? Если нет, 10 тысяч рублей кидают, я не спойлерю. 10 или 200, я не пойму. 10 тысяч. А если спойлеришь, сколько надо кинуть? Не сколько. Чтобы заспойлерил? Да. 20 кидайте, прям сейчас спойлер говорю. Двойной, жесткий спойлер. Я прям плакать буду. Покажи, там такой, я вам рассказывал, там такой спойлер, что после этого тяжеловато жить будет дальше. Не, так, я на стуле сыграем. Там бы, как я бы спойлер. Так хотел, чтобы Ивану заспойлерили, но, сука, не получилось. Мне вчера заспойлерили, спасибо. Сейчас, подожди, я выйду, а то я тут за немножечко за и все. Да, пацаны, вам лучше скинуть деньги, потому что этот шибанутый же реально ляпнет. Не, реально. Я уже начинаю. Медленными шажками, да? Идти. Да? Конечно. Да. Все горит. Медленными шажками. Все горит. Да? Все горит. Весочек так же говорит, ребят. Ну что, а все? А что? После свадьбы все горит. Поехали. Как показалось, после сварщика, ебать. Он про атаку титанов? Да. Она еще жалуется, мол, самой заработать надо. А чего вы ожидали? Что она за вами... еще жалуется, штабелями мол, полез целыми толпами богатый идиот, а вы такие красивые, что только ртом... Что за вами штабелями ну, я думаю, что, наверное, толпами. Девушки... В данный момент, я думаю, что помимо внешности, нужно уметь девушке...